Ну и всем привет! А сегодня вам хочу сказать, как начинающим пчеловодам, когда я тут столкнулся с одним знакомым, он говорит, я, говорит, заехал, взял лощинки на 360 рублей. Что такое 360 рублей лощинки? Это приблизительно 300 грамм. Брал, так как килограмм лощины у нас сейчас стоит около 1000. Не около 1000, а ровно 1000, если ты покупаешь лощину для пчел. А я говорю, а я заехал, говорю, 5 килограмм взял за раз. Говорит, как 5? Ты, говорит, 1003 отдал. Я говорю, нет, я не отдал 3000. Говорю, мне еще денег дали за то, чтобы я это забрал. То бишь, как? Вот коробка, 5 килограмм. Как это получается? Вот она, свежая коробочка я взял. Местный производитель. То бишь, в этой коробке 5 килограмм лощины. Вот она. Лощина, все. На килограмм идет приблизительно 12 штук, их должно идти. Местная лощина. Все. Как сделать, чтобы... Выключи пока. Три. Ну а как сделать, чтобы получить лощину и еще тебе денег заплатили? Для этого нам потребуется... Выскотопка вот такого образца в магазине, но это старого образца, совдеповская. Ну и такие сейчас есть. Стоит она в районе 5000. Сюда вот засыпается шмурдяк вот такой. Вот он, использованная не лощина, соты старые, рамки выломаны. Сюда засыпается, наливается воды и типа пароварки она вся стекает вот туда. То бишь, и получается у нас потом на выходе вот такие плюшечки. Вот. Если у вас будет 10 килограмм воска, и вы поедете в магазин и скажете, дайте мне 5 килограмм, то бишь, принимают воск сейчас, первый сорт 600 рублей, второй 450, но чтобы первого сорта добиться, сами понимаете, это очень... сложный процесс, и едете, обмениваете на первый сорт, чтобы у вас добиться, но это мы даже сдавать не будем, у меня специально отбирается самый чистый воск, получается из забруса. Вот, вот такие вот дела. И сами посудите, а на обмен лощина стоит, если привозишь воск, 150 рублей ты только доплачиваешь за килограмм. Выключу пока. Ну, что я вам еще хочу сказать. Был проект у нас вырастить в Псковской области вот это дерево. Привезли это самое быстро растущее дерево в мире, павловня. То бишь, привез я его из Крыма, с поселка Береговое. Ну, думал, все, не выживет оно после зимы. Я его обрезал. Ну, короче, пошло оно. Будем высаживать, кому интересно, как мы его высадим. Живое, все нормально, значит дерево будет жить, посмотрим с какой скоростью оно будет расти на нашей территории. Ну что, пойдем посмотрим картошку, какая картошка у нас сходы. Тут, конечно, посажена неделю назад у нас. Пойдем посмотрим картошку. Так, тут у нас посажен сорт Жуковский. Приблизительно 2 недели назад. Дождя нету, не знаем, что делать. Ну, как бы всходы есть, полез он. Вот картошечка пошла. Вроде пошла, но надо дождь, так как очень сухо. Очень сухо. Ну, а пойдемте посмотрим другую картошку, которую я сажал. Ну, посажем на раннюю. Три. А тут у нас посажено на раннюю... Суперспелость, этот самый сорт Нандин называется, картошка ходит, но очень сухая. Посажена приблизительно 3 недели назад, это у нас Нандин сорт, вот здесь. И две бороздки, конечно, кучу-то на дождь. А здесь это сорт манифест. То бишь по всходам как бы нормально, ну кое-где картошинки у нас не взошли. Угу.
Пройдет дождь, будем окучивать. Ну и на этом всем пока.